Доброе здоровье, мои уважаемые посетители канала. Вот я вам показал видосик, где я поднимаю тонну 20. Что это означает? Рост силы, там, рост здоровья или еще? В первую очередь это означает расширение ваших возможностей. Вы стали более энергичнее. У вас возрос ваш жизненный, энергетический потенциал, который позволяет раскрывать разного рода творческие возможности, но, естественно, одаривает здоровьем. То есть весь организм наполнен энергетикой, и там, где клеточки или органы раньше не получали этой энергии, теперь все это в изобилии снабжается, и организм радуется всему этому. И вот эту вот энергетическую радость я сейчас выражу вам, вот как я ходил, гулял, как оно у меня проявилось, чтобы вы почувствовали. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне теперь живется, и душа ликует и поет. И душа ликует и поет. То есть вот когда внутри вас возникнет вот это ликование, это говорит о том, что ваш организм наполняется энергетикой, наполняется здоровьем, наполняется возможностями. И вы уверенно смотрите в свое будущее и знаете, что там вы получите еще больше, еще лучше, еще более счастливое, еще более удивительное и волшебное. Жизнь только разворачивается перед вами, когда организм наполнен энергией. Вот об этом я и хотел сказать, что я занимаюсь. Не для того, чтобы стать сильнее, там показать, а именно с этой целью. Этот мой посыл для людей, которые, ну, хотят действительно заниматься самим собой, а не просто там лечить какие-то болячки. Хотя и болячки подскакивают одна за одной. Доброго вам здоровья! Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне теперь живется, и душа от счастья ликует и поет. И душа от счастья ликует и поет. Yes!